Амадей, Понти и Зоя прибыли в город после захода солнца. Но на каждой улице по пути к замку их ждали опасности. Механические рыцари все это время преследовали наших героев, и вряд ли они планировали прекратить погоню. Однако в эти темные времена переулки города были опасным местом для путников после заката. Новая уличная банда бросила вызов гильдии дельцов за первенство в преступном мире королевства. Очень вовремя. Самое время на самом деле, почему нет? Пока королевство в смятении. Академия? Ее больше нет. Эти монстры! Да, но нам нужно двигаться дальше и разобраться со всем, пока не случилось чего похуже. Мы можем пробраться к замку по переулкам, чтобы... А местные нас там точно не пырнут ножом? Только если ты будешь им такие вопросы задавать. Какого еще маршрута можно ожидать от вора? Маршрута. Саша сломался. Главное, чтобы Академия не сдерживала какие-то... страшные магические силы. А у нее там всякое разное же хранилось, как минимум. Так что... Там же столько всего всякого было. Да. Сейчас как это повылазит. Похоже, Зоина дорога будет. Да, это будет Зоина дорога. Что? Я хочу починить. О. Прикольно. А, то есть у тебя она убралась? Ха, почему прикольно. Убралась? А у меня она, в общем, по-разному отображается. О-о-о, я понял. В смысле по-разному? Ну, потому что я ее дернула, у меня на экране она осталась. Я думаю, а как так? Ты там берешь чего-то, смотрю, а у тебя в мониторе она убралась. Вот эта нижняя закорючка. Ага. Это вот кооп так отрабатывает. Какие дела? Кажется, нас ждет веселая работка водопроводчиками. Саша починил все. Будем подрабатывать. Сам сломал, сам починил. Не, ну, воды лишать не очень. Ходят, смотри, гады какие там. Да. Классно, 3D такое. Угу. Мы такие незаметные. Опасно? Безопасно. Наташа так и не стала рисковать. Да с моей везучестью как-то все это не очень. Ой. Ага, вот и я об этом же. Круто. Там вкусняшку поднял. Угу. Это надо с ящика, с трубы. Иначе никак. Или меч вправо втыкать. Не достанет. Ну, ладно. Можно так. Не, не получается. Нужно ящик ставить. Нет. Я думал, я гений. Что они хотят от нас? Мечты вот. Мешает, что ли, вот это железо? Или что? Железка там, да. Возможно, не втыкается в железо. Смотри. Да. Давай, залезай на меня. Понтия. Ну. А дальше что? Ну, Понтия. И сделай мне меч между железками. Там железки везде. Нет? Средний слой тоже железка? Не получится? Не втыкается, да? Нет. Здравствуйте с Ютуба. Я могу сделать вот так. А, нет, не могу. Да, я тоже хотела. Сейчас поставлю вот сюда. Подожди.
Меня немножко опередил. Все. Механические рыцари остаются на центральных улицах. Пока все идет по плану. Я у мамы инженер. Оп. Закрепить ее нужно. Давай я уйду. Закрепить? А, вот так что ли? Крючком, крючком. Вот, вот, вот. Да, ты меня понял. Молодец. Ну да, действительно, работает. Теперь вот эту штуку давай сюда. Ставь этот ящик. Давай, я сейчас уйду. Ставь ящик рядом с собой. А зачем ты трубу взяла? Ящик рядом с собой ставь. Обычный ящик. Залезай. Да не, ну... Что? Ну, а я думал, ты... Налево прыгни. Хочешь вот это сделать? Налево прыгни. Налево. Да, там что-то есть. И не просто что-то. Ух ты. Вид такой. Ага. Плюнем там на голову. Вот так. А я просто пострелял в них. А направо не получалось там? Ну там вниз. Не залезает? Залезает. Подожди. Ой. Ну вообще да, то есть опять же здесь можно тоже было бы воткнуть доску. Или вот так. Сейчас, подожди, я сначала залезу. Ой, не той, не той стороной. Просто интересно, как это. Ну да, прикольно. А держится она вдруг на друге, как мне интересно. О, наверх, вот, налево. Да, вот здесь вот меч можно воткнуть. О, музычка такая. Ничего себе. Налево смотри. Ага. Камушек. Что это? Его... Ну, почти. А я не очень понимаю, как мне его поймать в воздухе. Следом за ним прыгнуть, что ли? Кидается прям ровно, летит по линии. Ну, подожди. То есть нужно подпрыгнуть выше. Наверное, надо меч воткнуть. Справа? Угу. Во. Давай, а я сейчас запущу. Угу. Ну. Почти. Давай. Готов? Ну подожди ты, ну что ты, вот шило-то, вот... Подожди. Зачем ты его схватил? Потому что. Ты его просто подержать могла и все. Можешь даже опереться на него разочек? Спасибо. Пинк. Вы нашли новое письмо. Приветствую, члены гильдии. Похоже, нас атакует новая банда конкурент – крыс. Крысы. Их девиз – сила есть, изящества не надо. И работают они стаями, так что, дорогие мои дельцы, ступайте осторожно в эти темные времена. Стаи крыс из канализации наводнили наш город. Мы отправили нашего друга туда на расследование. Элзи. Какой-то Вархаммер Верментайт. Элзи, где-то я уже видел эти инициалы. Это от ловкий злоключник, правда? В самом деле. Кто там злоключник? Какой-то там.
Фу. Сейчас, погоди секундочку. Ой, извините, ребят. Оп. Свалилась. Молодец. Оп. Смайлик Шилка, надо добавить какой-нибудь Шилка. Нарисовать примерно. Опа! Это ты удачно залезла. Я неудачно. Я специально. Пинай. Да нет. Не пинается? Нет. Там прибить надо, да. Давай. Молодец. Слева вон там тайник. Крыса у нас когда нападать начнет? Погоди, а вон там-то тоже можно пробить, нет, или мне кажется? Но мы туда не попадем. Погоди. Эта штука не поднимается. Угу. Тут тоже рикошет нужен. Сейчас, секунду. Угу. Вот это как вот нам туда попасть тогда? А туда, может, и не надо. В смысле, там нычка. Не факт. Там нычка. А, я знаю, как, слушай. А, она ломается. В смысле ломается? Да, нычка. Тяни. Все. Ага, я поняла. А то можно сразу. Угу. Я подожди, сейчас, секунду еще. Там ничего вроде, да? Ага. Зачем вообще придумывать босс, не выговаривая мое имя? Меня с этой леди, как ее там, до сих солнышки. Пор... Солнышко, во. Солнцецвет, круассан какой-то там. Круассан. Пусть будет леди бургер. Что там? Не знаю. Наверх никак? Я там во что-то уперся головой, меня скинул вроде. Иди ко мне. Ну-ка. Ага. Вроде ничего. Оп. Я как Капитан Америка, только круче. Он только щит кидал, а я могу меч кидать. Там крысы. Опа. Верментайт. Пойдем лучше в центр, тут красть нечего. Одни сковородки и кастрюли. Ограбление! А ну бросьте сундуки. Суть плана была в том, чтобы нас никто не заметил. Ни одна крыса не пострадала. Смотри, что мы можем делать. Щит подними. Угу. Забавно. Еще. Я иду, это спасаю. О, он рикошетит. Ты видел, он бомбы кидает. Это я кинул. А. Это я. Не, но он рикошетит тоже. То есть его снаряды. Члены крысиной банды. Они уже много месяцев воюют с гильдией дельцов. Куча громил, любящих подраться. Никакого изящества. Да крысы, и не во фрите крысы. Я в том плане, что их кинжалы от щита тоже им урон наносят, вот так, угу, имею в виду. Угу. А любое оружие у этих, когда эти что-то кидают, там тоже. Давай я слезу. Топай. А здесь так не получится. Топай. Не получится. Я мешала тебе. Нет. А ну, вот сейчас. Надо... Я думаю, что надо... Сейчас, я... Знаю, чего надо. Ладно, не мешаю. Так. А, нет, подожди.
Я почему-то была уверена, что нужно... Я думала, смогу вот на эту штуку встать. Она круглая. В том-то и смысл, подожди. Что мне не встать. Я просто далеко, наверное. Странно. Я собиралась, короче, встать на нее и перевеситься, то есть зацепиться сюда и перевеситься на ту сторону. Слезь с кубика. Вот, сцепи кубик и... Ну, я думала сама перевеситься, ну ладно. Оп. Погоди, а нам сюда и надо? Ну, вообще... так неинтересно. А вот здесь подожди, а если вот сюда поставить доску? Зачем вот это вот нужно тут? Перекладины вот эти. Не знаю. Я не думаю, что там что-то есть. Просто тут кубик стоял с этой. С чем? С этими штуками, короче. С бутылкой? Которые нам с бутылками, да. А ты сразу придумал это или когда я начала делать? Сразу. Не дают забрать. Не-не-не, подожди, да, надо наверх. О. Я, правда, был не уверен, что получится, потому что я так подумал, а как сцеплять-то? Оказывается, работает. Ой. Чем ворк, чё? Ага. Понятно, сейчас. А что, подтяни, а я попробую вот это. Не получалось, веревка сильно длинная. Поэтому я переместилась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, нужно, видимо, это как-то вот сюда поставить, чтобы потом нам из-за решетки стрельнуть. Да. Все. Заходим, стреляем. Что-то нет. Давай я приподниму магом. А, давай. Круто. Вы сидите здесь? Я хочу кое-что проверить. Что именно? Я ничего не вижу. Ну, вы не самые наблюдательные герои в мире. Еее, за Зою сейчас. Хорошо. Зоя заметила особое сообщение, оставленное коллегами по ремеслу. Похоже, у гильдии дельцов были планы на нашу хитрую воровку. Мы же умеем плавать. Давай, спушусь немножко. Да не, вроде там ничего нет. Точно? Угу. Она как бы ныряет, но не... Рано, я положила. Ух ты. А там ведь наверх еще можно. Нужно как-то размотаться вот здесь, да-да-да-да. Ты меня понял. Размотаться. Кубиков-то у нас нет, кстати говоря. Златом, да? Угу. Здесь не пройти, с той стороны только. А, вон оно что. А потом, смотри, надо будет справа, похоже, карабкаться налево. Угу. Идти. Ай, что-то я как-то... А там цепь, она как-то спускается, что ли? Подожди. А, не могу вообще никак. То есть она не взаимодействует. Потому что вот это кольцо, оно лежит... Да, с той стороны. С той стороны на цепи. Мне нужна твоя помощь, насколько я понимаю.
О, вон оно как работает. Угу. А теперь сцепить их нужно будет. Не-не-не, их нужно натянуть. Почему? Нормально. Нормально? Ну так, ладно. Давай, вот так. Проходи налево. Налево проходи. Кривенько, ну ладно. Сойдет. А ты как? Сейчас я к тебе тоже. Ты так не сможешь. Я попробую. Сейчас еще разок. Я сейчас по-другому перецеплю. Подожди, Саш, ну ты же меня скидываешь таким образом. Нет? Их перецепить нужно. Подожди, давай вот так, я... Так, вот, поднимайся. Сейчас, вот так вот. Здесь же явно для коопа сделано, поэтому... Чё стесняться? Налево получится? Нет, не получится. Ну ладно. Вот слева вверху вот здесь? Кто-то горит. Оп. Да-да-да. Угу. Три штуки тут. И все? Да. А налево, подожди, там еще налево можно сходить. Ладно, нельзя налево. Так, смотри, здесь вот это начнет наклоняться, мне кажется. А с гравитацией у Зои в этой сфере навыков нет? Ну, пока нет. Может быть, дадут что-то? Не, она не наклоняется. Вопрос, там ниже что-нибудь было? Возможно. Я сейчас спущусь, посмотрю. А как вылазить-то потом? Ну, как-нибудь. Спокойненько вот я смотрю. Там рычаг какой-то. Это да. Ну-ка, нажми. Оп. Отлично. Надеюсь, там ничего не было. Ну тут забраться можно наверх. Вот. А, там сделали. Угу. И там было. Было. Дела. Угу, хорошо. Лиза, здравствуй. Что произошло? Мы поднялись на платформе повыше. Я стрельнула. Ага. Всем привет от Лизы. Ты чего там валяешься? Я пока не трогаю, чтобы не мешаться. Ты там что-то делаешь? Нет, я просто так фигней страдаю. А, то есть ты балуешься? Да. А если вот так? А, мы не можем. Не, не надо. Тут просто как-то надо направо запрыгнуть. Держи. Ну я держу, но... А, можно тогда? Подожди. Герои тройки взорвали Астральную Академию. От нее осталось только гора пыли. В смысле герои? Ха, меня лично удивляет, что эту контору не прикрыли год назад. Дайте Саше уже ручку. И кучу бумаги, он вам книгу напишет. Просто вот какой-то талант. Талант пропадает. Год назад не, вообще не прикрыли. Давай посмотрю, что там можно сделать. Ага, здесь есть крючок. Но оно не поможет. Так, что мне сделать? А, давай, все, я поняла, что сделать. Все-все-все, уйди. Тут надо было поставить кубик на кубик. Встань, Саш. Мы не можем поставить кубик на кубик сейчас. Можем. Пока я вот этот не возьму, тебе нужен... Ну или так. Ладно. Я хотела просто приподнять его веревкой, чтобы ты пододвинул тот. Как вариант. Но вообще мы должны были по-другому это немножко сделать. Ну. В самом начале мы платформу могли вниз, вверх-вниз опускать. То есть один повис на кубике, другой подкатил кубик под него. Под другой кубик, и потом... Да тут уже три варианта вот получается. И еще четвертый проклевывается. Так нужно зажечь как нам это вот сделать? Угли.
Мы не можем сдвинуть ее. Мы же не маги, да? Да. Может, мы можем поджигать стрелы? Может. Тебе нужно вот эту поджечь сначала. Да. А отсюда уже вот эту. Смотри. Оп. Фигак. Фигак. О, сейчас нас научат чему-нибудь. Полезному. Супер полезному. Давайте супер полезное, а не просто полезное. Сейчас левитацию. Well. Надо же, как интересно. Гильдия сегодня неожиданно расщедрилась. А, рикошетные стрелы. Причем три стрелы тоже рикошетят. Это не так прикольно. Но ничего такое. По мне так лучше... Заморозку дали. У этих стрел хороший баланс. Три навыка. Но у этих стрел теперь есть своя ветка навыка. Да-да-да. Посмотрим. Мощный рикошет. Отскакивающие стрелы Зои стали еще мощнее и наносят больше урона врагам. В зависимости от числа рикошетов. А сколько рикошетов раз они могут сделать? То есть у нас еще у каждого персонажа по два навыка дадут. Смотри. Да. Это. Причем, нельзя посмотреть. Да, там закрытый, я пытался. То есть рикошет раз-два. Два рикошета они делают. Классно. Сейчас. Огонь. Угу. Тут делаем ничего, балуемся. Балуемся, просто идем дальше.